Всем привет! В этом видео я покажу, как поставить индивидуальный код на домофон Eltis DP400 TDC16. Трубка в этом случае не понадобится, и сразу говорю, что этот способ работает только на Eltis с версией прошивки 410. Ну, в общем, начнем. Зайдем в меню программирования. 1, 2, 3, 2, 1. Появляется надпись PAR. Пароль по умолчанию 5, 4, 3, 2, 1. Появляется надпись SELL. В этом случае может также открыться дверь. А если ничего не вышло, пароль сменен. Нажимаем кнопку 2, параметры квартиры, и нажимаем V. Появляется надпись FLAT. В этом случае нужно ввести квартиру, на которую мы хотим задать индивидуальный код. Давайте мы зададим код на 62-ю квартиру. Отматываем до пункта PF100. Будет отображаться 16665. Это отображается в том случае, если код отсутствует. Давайте мы попробуем задать индивидуальный код на эту квартиру. Вводим код, который мы захотим. Например, 6226. Все, код записан. А чтобы долго не отматывать, проще нажать V, оно отмотает к самому первому пункту. И теперь выходим из меню программирования. Просвечивается серийный номер. И теперь у нас работает новый индивидуальный код. V62V6226. Добро пожаловать в подъезд. На этом все. Автор видео Каштанов Илья. Всем спасибо за внимание. Всем пока.